выступали в детском приюте «Солнышко». Детишкам сделали праздник новогодний. Вот так вот со своим небольшим шоу. Правда, выступали на улице в такие погодные условия, суровые. Но мы справились. Вот, детям понравилось. Замотивировали заниматься спортом. Цель акции – мотивация спорта, пропаганда спорта. Чтобы дети занимались, особенно приюты детские, детские дома. Детей нужно направлять в правильное русло. Именно спортивную. Воспитывать, дисциплинировать, чтобы были хорошими, правильными людьми. Мероприятие было просто шикарно. Мы до сих пор ходим все в восторге, все глаза горят, возгласы восторженные. Как так можно? Откуда столько силы? Как это? Что они делают, чтобы быть такими? Я надеюсь, сейчас ребята расскажут, пообщаются напрямую с детьми, как достигли они таких результатов. Все в восторге, и взрослые, и дети, потому что нам оставили на память подкову погнутую, сказали, что она приносит еще больше счастья. Надеюсь, что в этом месте у нас счастья будет у всех и радости больше. Очень благотворно, положительно влияют подобные мероприятия на воспитание и реабилитацию детей. Общение с людьми, увлеченными чем-то, реально зажженными чем-то, вот таким позитивным, положительным, качественным для более высокого уровня качества жизни. Это вдохновляет, это мотивирует. И вот это вовлечение через живую, не просто картинку посмотреть, а когда я физически вижу, ребенок видит это физически, когда что-то происходит из чудес, что ну как так может один человек вот такое сделать, а он может. И вот конкретно Леша, которые сегодня приехали, богатыри наши, это еще и про какое-то патриотическое воспитание, про то, что вот они реально наши русские богатыри. Это очень круто. Сила, она не должна бездействовать, она должна приносить какие-то благие плоды. Я надеюсь, если кто-то из детей вдохновится, замотивируется на занятие спортом, покажем хороший пример, то значит мы трудимся не зря. Деятельность наша специфична и вызывает неоднозначную реакцию у людей, поэтому я надеюсь, что все-таки какая-то польза от нас хоть есть на этом белом свете. С Богом!